Риски пожаров в быту во время холодов возрастают, предупреждают спасатели. Чаще всего из-за несоблюдения правил эксплуатации горят бани. Такую постройку накануне и тушили в селе Ленинское. Если ее все-таки удалось частично спасти, то другие надворные постройки сгорели полностью. Специалисты напоминают, чтобы избежать пожара, необходимо регулярно проверять дымовые трубы и каналы на появление трещин, через которые могут вылететь искры. Следить, чтобы тлеющие угли не выпали из топки, а еще нельзя сушить дрова или вещи на печи. Не перекаливать ее и, уходя из бани, необходимо проверить, все ли топливо прогорело. С начала 2017 года произошло 165 пожаров, одной из основных причин которых является нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования.